Зовут меня Кашкарев Олег Геннадьевич. Я представляю Limcorm Group, группа компаний, которая занимается производством кормов для ценных видов рыб. Я представляю подразделение, руковожу подразделением Limcorm Aqua, которое занимается кормами для ценных видов рыб. Это осетр и форель, а также карп и сом, как дополнительный вид корма, который требуется рынку. Мы из года в год дорабатываем свой продукт, который сейчас есть на рынке. Он достаточно успешен. Это в основном корма для ценных видов рыб. Эта выставка считаем основным форумом в течение года. Здесь мы уже третий раз принимаем участие. С каждым годом выставка становится все более представительней. Расширилась в этом году до 2 павильонов полноценных. Соответственно, стало работать и больше поток входящий стал. Комфортно нам встречаться с нашими клиентами, так как большая часть наших клиентов за счет роста выставки здесь представлена. Соответственно, очень много встреч, которые мы проводим здесь. Количество встреч увеличивается с года в год, потому что представленность, в принципе, увеличивается. Именно поэтому каждый раз будем выбирать наверняка выставку себе Food Expo. И думаю, в 2024 году, в 2025, я думаю, что выставка на правильном пути находится. Соответственно, желаем только развития. И, соответственно, мы тут готовы каждый раз присутствовать и встречаться с нашими коллегами, друзьями и партнерами.